те, кто затевают эту русофобию, затевают все вот это, это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Но я не говорю, не адресую это конкретным людям. Более того, я благодарен польскому народу за поддержку. Я только что об этом сейчас сказал. А что вы имеете в виду? Чем это может кончиться? Это игры. Слушайте, давайте меня не провоцируйте. Я на этим вопросом сам ответьте на этот вопрос. А куда, с чем все это может кончиться? Вот эта вся продолжающаяся вот эта истерия, которая, знаете, иногда трусоватый человек, который трусоватый, знаешь, или крыса, которого загнана в угол, она может кинуться и укусить. А трус может иногда с перепугу выстрелить. Понимаете, я вот это имею в виду. Вот эта истерия, она сама, вот это мракобесие, она может заставить их нажать на курок. Что потом будет, это только, да, я думаю, что не надо никому объяснять. Я это имею в виду. Так, друзья, мы все остаемся здесь, журналисты, огромное вам спасибо, что вы обещали.